До 5 лет лишения свободы может грозить лжетеррористу Вактау. Подозреваемый уже задержан. Именно он, по данным полиции, анонимно сообщил о заложенных бомбах в аэропорту и морском порту города, из-за чего по тревоге были подняты все экстренные службы. Пассажиров и персонал эвакуировали. После проверки объекты возобновили свою работу, авиасообщение восстановили. В общей сложности задержано 3 рейса, один из которых международный. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Подозреваемый задержан. Ведется досудебное расследование.